Доброе утро, болельщики Торгино. Доброе утро, все любители футбола. Сегодня на поле спорткомплекса Рублёва проходит матч в рамках первенства России среди команд клубной лиги. Встречаются команды 1998 года рождения. Торгино, Динамо. Прослушайте, пожалуйста, составы играющих команд. Гости, футболисты Динамо, играют в белой форме. Вратарь Захар Батов, номер 30. Семен Матвейчук, номер 3. Максим Пургин, номер 4. Артем Смирнов, номер 5. Максим Ненахов, номер 6. Егор Хомячев, номер 7. Никита Киреев, номер 10. Антон Антонов, номер 12. Александр Голуб, номер 17. Денис Сидник, номер 19. Александр Щегольков, номер 23. Главный тренер команды «Динамо» Александр Точилин. Хозяева, футболисты «Строгино», играют в желтой форме. Вратарь Даниил Ледяло, номер 1. Артем Рэм, номер 3. Максим Кармонов, номер 4. Родион Казаков, номер 8. Егор Карасев, номер 23. Денис Ларшин, номер 27. Егор Шанов, номер 99. Владимир Горохин, номер 11. Андрей Шиков, номер 12. Иван Костюков, номер 13. Дмитрий Джаашвили, номер 9. Главный тренер команды «Строгино» Михаил Шумилин. Thank you.
мешает, не вижу. Thank you.
Thank you.
Один.
Thank you.
Yes.
Thank you.
высокий, вон там Лего. Высокий, приятно разобрать, Сэм, вот. Серёжа, Сэма. Марш, марш, Куркин, марш, не надо, вдвоём стоит, садись. Максим, найди себе. Давай,
Thank you.
Thank you.
Все, давай, все.